Итак, для того, чтобы нам отписаться от рассылки, мы открываем письмо, которое нам пришло. И здесь мне преподаватель пишет сообщение. И внизу есть аннулировать подписку и отписаться от всех формул. Мне достаточно с моего ящика нажать на одну из этих ссылок, и тогда мы получим то, что мы хотим. На этом все. Спасибо за внимание.